Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Армия клонов». И у нас с тобой доступен реворд. Так, давай посмотрим, что нам выпадет отсюда. Ну что так мало-то, ё-моё. Так, 89 ДНК. Прекрасно. Угу. Приватник у нас, плюс 9 карточек получил. Дальше, F-150 турель, это огнемет. А здесь SR турель. То есть, ну понятно, ребята. Типа минигана, да? Контини. Ну что же, будем, наверное, с тобой зарабатывать, как обычно, капсулы. Для этого мы сыграем в мультиплеер. Так, откроем-ка одну. Что нам здесь выпадет? О, вообще. Так, защитник. Даже ни одной желтой карточки. Медик. И 72 ДНК. Ладно, активируем с тобой следующую капсулу. И вот я думаю, может быть, нам все-таки с тобой пойти и поиграть в основную сюжетку, а? Ну, сложно тут. Как ни старайся, будут меня бомбить. Ну, тем не менее, можно попытаться, да? Начнем, наверное, вот с этой миссии. Подожди-ка, я могу улучшить себе бойцов? Так, что это тут такое? Какая-то акция, ребята. 129 рублей, да? Эпическая капсула, все дела. Так, я могу улучшить команду. 150, давай, наверное, сделаем это улучшение с тобой. И остается 68 ДНК. Ну, это, ребят, ни на что, наверное, не хватит. Хотя вот медика можно прокачать. Или... да, только медика. Так, снайпер 300 стоит. Ну, давай медика, так уж и быть. А вдруг пригодится когда-нибудь, а? Кто его знает. Ну что, ребята, давайте поиграем маленечко здесь. Так... если выиграем, мы получаем с тобой капсулу. Погнали. Так, смотри, что нам показывает. Ёлки-палки, тут защитник. Автоматчики. А чё так много-то отправляет на меня, эй? Ну ничего себе. Так, значит, мы с тобой выбираем, ну, естественно, обычного пистолетчика. Так его назовем. Третьего уровня. Ну-ка, где враги? Вот он. Так, я подбил его. Опа. Попробуем, ребята. Хотел перехитрить и убежать от него. Но он, видишь, в воздухе меня подбил. Так, команда, я не знаю, стоит ли его брать. Пока не будем, ребята. Будем с вами копить жетоны. Так, давай-ка. Два пистолетчика, это будет самое то. Сейчас мы быстренько с тобой уничтожим здесь, да? Чудика, где он тут? Вот он. Быстренько мы с ним разобрались. Так, например, я... опа. Ага. Так, предположим, ребята, это вся армада бежит на меня. Сейчас у меня должно быть 50, да? Кадет. Слушай, ну кадет, что он может сделать? Да ничего, ребята. Поэтому опять же берем с тобой новичка. Пистолетчика. Так, я что-то в самом конце с какого-то вдруг перепуга оказался. Ладно, будем стрелять. Окей. Опа. Давай вот так вот быстренько с тобой как-нибудь. Блин. Не получилось. Еще 7 ходов у нас с тобой есть. Это у нас дробовик. Это у нас дробовик. Может быть, взять кадета? Нет. Не хочу я брать кадета. Давай опять возьмем обычного, ребята, стрелка. Но он третьего уровня. Почему мы с вами не можем пройти как можно дальше, а? Почему? В чем проблема? Что он нам мешает? Вот объясни мне. Я лично не вижу никаких, ребят, причин. Так. Опа, одного подбили. Так, ты будешь сюда прыгать, нет? Ну и как хочешь. Блин, нифига тут с базукой. Слушай, почему у него такое преимущество, а? Опа, автоматчик. Давай, наверное, возьмем с тобой его. 5 попыток у нас с тобой еще осталось. Блин, он медленно идет. Да, друзья мои, он идет медленно. Очень, я бы сказал, даже медленно. Ну-ка, попробуем с тобой защитника, может быть. Тихо. Ну-ка, иди сюда. Есть контакт. Так, аккуратнее. А, так, подожди секунду. Успел, да?
Ух, маленечко не хватило. Совсем капельку. Так, сколько мы заработали с тобой жетонов? Так, давай-ка, наверное, еще возьмем, да, с тобой одного автоматчика. И 4 попытки остаются. Блин, ну этого мало. Хотя автоматчики 5 уровня довольно живучие. Тем более мы здесь вдвоем. А может быть, у нас получится здесь как-нибудь разбомбить их, а? Да еще и побыстрее, к тому же. Так, уходим, ходим, ходим. Так, давай, иди сюда. Это не надо. Ну, хорош. Так, давай-ка отойдем. Может быть, он сам к нам? Нет? Вот он. Может быть, если я его подобью, ребята, мы с вами получим копеечку. Да, получили копеечку. Но, тем не менее, 200 жетонов, друзья мои. 200 жетонов, это уже защитник. Эх, господи. 3 попытки, ребята, у нас остается. Это чтобы на 3 звезды пройти. Мне бы вообще этот уровень пройти. И было бы все четко. Мне нужна эта капсула, понимаешь? Мне нужна капсула. Я только из-за капсулы, ребят, иду. Ну и все-таки надо проходить основную сюжетную линию, согласись. Так, давай-давай, в спину. Отойдем. Так, ребята, мы его должны добить. Этого голодранца. Есть. Так, ну что ты? Пукалщик, иди сюда. Нет, парень. Есть контакт. Так, мы там побежали, да? О-о-о-о-о-о-о. Блин, ну нифига, с этим-то что делать? Как быть-то? Чувак с миниганом. Есть сапер, давай возьмем его. Если что, мы поставим там с тобой мины. Как вариант. Слушай, мы довольно быстро бежим, так что все окей. Можем даже немножко отстреливаться. Ну, мы там бомбанут? Должны, ребята, бомбануть. Я пока минки тут разбросаю. Давай-ка прямо на голову. Есть. Ну, взорвись. Контакт произошел, друзья мои. Опа. Это опасно. Да, его тут не взять никак. Ох, он меня еще и преследует. Блин, он ту мину, конечно, я поставил, ребята, не там, где надо. Зачем она там наверху нужна, а? И кому вообще? Куда ты прыгаешь? Так, 425, слушай, ну, 425 жетонов, слушай, должно у нас хватить на снайпера, да? Сколько он стоит? А, гренадир. Ну, я, наверное, лучше возьму гренадир, хотя можно было бы взять базуку. Ладно, гренадир, так уж и быть. Еще такой смех у него, да, истерический. Ну, вряд ли мы, конечно, пройдем здесь за одну попытку. Хотя, кто его знает. Тут все, ребят, непредсказуемо. Ну, гранату-то будешь бросать? Есть. Давай. Сейчас должны разобраться. Да блин. Так, попробуем. Ну, ты бросай гранаты. Это главное, гранаты бросай. Остальное все. Блин. Еще чуть-чуть. Ну, есть, обоих. Обоих, о, тут красавчик, ребята, подпрыгнул куда надо. Да сколько вас? Посмотри, а. Один за другим идут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, тихо, ты-то откуда взялся, вот объясни мне. 755. Ну что, друзья мои, на 3 звезды явно мы с тобой, наверное, не пройдем. Ну-ка, посмотрим, кто у нас тут. Джетпак. Вот джетпак, там мне здесь как раз, наверное, и нужен. Сейчас мы будем с тобой летать. Как пташки тут. Как пташечки, сейчас мы с тобой здесь полетаем. Будем все это дело перепрыгивать, да, перелетать. Джетпак, единственное, что очень долго перезаряжается. Да, это, конечно... Минус. Так, давай вот отсюда, наверное, с тобой полетим сейчас.
Куда мы с тобой приземлимся? Я фиг его знает. Тихо. Нет, 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 нет. Да куда ты? Смотри, смотри, что происходит, ребят. Есть. Один этот я уничтожил. Давай, 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 давай. Перезарядку, перезарядку. Мы, интересно, не сможем, да? Так, а как бы мне его подбить? Ну-ка, сейчас попробуем кое-что с тобой схитрить. Да, схитрил. Так, ну что же, нам дают еще попытку, но уже не три звезды будет, а, как ты понимаешь, две. Снайпер, снайпер, снайпер. А давай возьмем снайпера, почему бы и нет? Снайпер здесь тоже будет хорош, издалека если бомбить, вообще идеально. К тому же там есть кого бомбить, согласись. Сейчас еще наш джет полетит, будет, как говорится, привлекать внимание. Так. На, ушлепок получил свое. Минус. Так, с гранатой. Точнее, с гранатой, это гранатометчик у нас был, да? Хопа. Вот, ребята. Вот, 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 вот. Надо вот этого бомбить, пока он там. Пока он там отвлекается, хотел сказать. Ну, трындец. Офигеть. Этот снайпер пока, блин, сделает свою перезарядку. Сколько? Еще две попытки, да, у нас? Кого взять? Опять снайпера? Ну, давай возьмем снайпера. Так, ребята, ну хотя бы на две звезды бы пройти. Естественно, когда будут бойцы у нас прокачаны, здесь можно все будет переиграть уже. И пройти на три звезды. Не знаю, правда, что это нам даст. Так, два снайпера. Давай-ка, вот так вот, быстро мы тут разобрались. Два снайпера, правильно, так должно быть. Окей. Ух, вообще тут разнос делаем. Тихо, подожди, подожди, что-то тут немножко не так, да? Полетел этот наш. Давай, давай, стреляем. Ну, подбили. Тихо, тихо, тихо. Да блин. Так, он подорвался. Ну иди сюда, гаденыш, будешь запрыгивать? Будем тогда зарабатывать с тобой монеты. Точнее, очки. Все? Нет, друзья мои, не все. Очень даже не все. Блин. Стрелки эти достали. Слушай, походу на одну звезду мы с тобой идем, судя по всему. Снайпер. Может быть, где-то. А что джетпак? Блин, он стоит дороже. Базука, медик. Давай вот так вот сделаем. Чтобы нам с тобой хватило очков на джетпак. И мы полетим с тобой и будем уничтожать уже там базу. Там уже, сам понимаешь, да? Все пойдет намного легче. Если два джетпака перелетит, то они ничего не сделают. Давай, 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 расстреливаем. Так, тихо, 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 тихо. Так, на всякий случай тут Минга, хотел сказать, понаставим. Понаставил. Ну-ка, и что у нас, 680 хватает или нет? Да, ребят, хватает. Вот сейчас мы вдвоем-то и полетим. Блин, одна звезда, друзья мои, одна звезда всего лишь. Ну что, два джетпака первого уровня, поэтому он такой слабенький. Наверное, да? Наверное, из-за этого. Сейчас попытаемся с тобой пролететь. Так, этот начинает отсюда, да, где-то стартовать. Так. И я полетел. Что-то немножко не то, да? Сделал. Ну. Ее просто, что происходит? Предположим, да? Минус одна. Ну, расстреляли. Так, вот здесь как бы нам сделать с тобой? Опа. Как они там бегают? Ну,
Да неужели? Друзья мои, мы прошли с вами этот уровень. Смотри. Миссия комплит с одной звездой. Ну, главное, что мы получили с тобой капсулу. Да ладно, всего лишь три карточки. Так, защитник. Дальше здесь у нас 73 ДНК. Спасибо. И базука. Ну что, друзья мои, двигаемся дальше. Робот, вот такая у нас с тобой миссия. Ух ты, тут эпическая капсула. Оу. Так, секунду. Что это сейчас было? Это вот его база такая? Только не говори, что он сейчас сядет в этого робота. Опс. Вы серьезно? А, так это босс, оказывается. Ё-моё. Ух ты, боссы, мне дают 8 попыток. Ладно, друзья мои, попробуем. Есть контакт одного. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, это там босяра так зажигает ракетами. Так, тихо, тихо-тихо-тихо. Че, он еще и летает? Так, 50 очков, куда он там летит? Слушай, как от него интересно защититься? Друзья мои, как защититься от этого гаденыша? Кадет, кадет, зачем мне кадет? Кадет мне сейчас не нужен. Возьмем просто, опять же, этих наших пистолетчиков. Опа, хотел убежать, да не тут-то было, да? Я забыл совсем, что он ракетами бомбит. А как тогда быть? Пробежать мимо я не смогу, так? Так. Кадета, может быть, взять? Он же стреляет наверх. По идее, да? Ну да. Как вариантик. Вот здесь надо переждать этот момент. Этот босс сейчас отстреляется и... Да ёпрсета, ну опять не получилось. Да что ж ты будешь делать? Так, 150 монет у меня есть. Давай, наверное, возьмем с тобой автоматчика. Возьмем с тобой автоматчика и попробуем пробежать. Окей. Окей, а дальше-то что? А как мне... Не понял юмора. Фига тут поливает. А, вот как. Так, подожди. Все, я, кажется, понял, ребята. Это просто босс, его нужно... Просто... О, нет, нет, нет. Его, короче, нужно убить. Все, ребята, я понял. Нам не нужно уничтожать, видимо, базу. Но это будет сложно. Это будет, друзья мои, сложно. Как-то нужно это все делать. Так, здесь стоим. Все, отстрелялся, да? Он сейчас, вот он, друзья мои, появился. О, так он урон-то получает вообще минимальный. Ё-прсоты. А ну-ка, давай еще разок. Защитник. Так, давай попробуем. Если бы я знал, что его нужно ловить наверху, я бы, конечно, бы сразу бы двигался бы, наверное, наверх. Так, погнали. Я опять себя потерял, где я тут нахожусь. Вот, его, короче, нужно, ребята, сзади бомбить. Это самое идеальное, да? Уходим. Трындец, слишком близко к нему подходишь, он начинает тебя расстреливать. Мне хватает. Лучше, наверное, против него использовать, мне кажется, гранатометчика. Да, или базуку. Может быть, даже снайпера. Фиг его знает. Или же даже знаешь кого? Хорош там стрелять. Так, вот он, ребята, использует ракеты. Да я тут его... Да это... Да по телепульсу буду бомбить, если честно. Согласись. Ну-ка. Я его даже не вижу. Ну вот куда? Куда эти бегут, голодранцы, блин? Ну эти... Оу! Еще и ракетные бомбардировки здесь. Так, ладно, на три звезды явно мы с тобой здесь вряд ли пройдем.
Дай-ка я возьму, наверное, кадета. Кадет же может стрелять, да, наверх и везде. Я ведь ничего не ошибаюсь. Вот, ребята, сейчас мы кое-что с тобой здесь будем делать. Я по нему попадаю? Попадаю. Так, надо уходить, ребята, он же будет сейчас ракетой бомбить. Ага, ага, ага. Ну все, может, хорош уже там стрелять-то. Погнали. В плане кадет рассыпался, зашибись. 175 очков мы с тобой накопили. Да. Кадета возьмем. Я не знаю, ребята. Кадет первого уровня. Вот в этом большая проблема. Где я-то? Вот он. Так, тихо, стоим, стоим, ребят. Сейчас уже, по-моему, а нет, он уже отстрелял, да, свое. Все, 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 уходим, уходим, уходим. Ушел, блин, называется. Вон босяра. Точно мне нужно босса бомбить, а? Может быть, все-таки его базу нужно уйти уничтожать. А, я же не смогу допрыгнуть, да? Да. Я там не смогу допрыгнуть. Ну что-то там, все, он стрелялся, где я? Как всегда, сам себе теряю. Уходим. Твою налево, блин, опять я в этой куче себя потерял. И погиб. Да, ребята, и погиб очень быстро. Клонируем. Опять у меня не получится, да? На 3 звезды уже не получилось. Уже 2 звездочки. Возможно, придется переигрывать. Но, по крайней мере, я уже кое-что знаю. Вот в этой толпе легко себя потерять. Давай, 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 давай. Во. На хвосте, ребят, на хвосте ему держать. Так, он начинает строчить. Вот здесь главное перепрыгивать, и все будет хорошечно. Я хоть достаю до него. Это я рассыпался, ребята. Допрыгался кузнечиком, а? Так, на одну звезду. Ну, кадет. На одну, ребята, звезду мы идем. Но за 3 попытки вряд ли я смогу его уничтожить. Что-то толпа это тут, не поймешь, где кто, чё. Пускай они тут как-то рассосутся, что ли. Слушай, кадетами, наверное, надо его все-таки, ребята, бомбить. И он так долго прыгает. Вот серьезно тебе говорю, так долго, что я не знаю. Все? Все, ребят, погнали. Вот, 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 вот так вот лучше всего его бомбить. Так, сейчас ракеты полетят. Ладно, ну смотри, уже половину хп у него сняли. Блин, давай кадета возьму. Мне кажется, это идеальное против него, против этого босса. С прыжками, да, конечно, он не дружит, этот кадет. Опять я сам себя потерял. Так, у кого уровень обозначается, тот, ребята, и мой персонаж. Сматываемся. Так, будем стоять здесь, выжидать. Так, отстрелялся. Окей. Вот здесь вот мы его неплохо с тобой прижучили тогда. Все, надо уходить, потому что ракеты полетят сейчас. Твою налево, блин, да что же они так далеко бомбят-то, а? Ой, друзья мои, еще один шанс кадета. Надо было брать тогда одних кадетов. И не надо было этих автоматчиков, да? Просто бы по низу бы ходили бы с тобой и бомбили бы их просто на ура. Но если вдруг проиграем, будем с тобой именно так и делать. Да посмотри, как его здесь вот хорошо прижучиваем. Так, уходим, уходим, ребята. Вот так вот. Может быть, все-таки сможем пройти, а? Но я почему-то сомневаюсь. Так, сейчас будет ракеты пускать.
Фух. Блин, видишь, вот здесь вот у меня очень много погибло именно в плане. Какого лешего-то, блин? Здесь еще говнари побежали. Ё-моё. Ну что, друзья мои, берем кадета, да? Берем кадета, наверное, да? Последняя попытка, а потом уже без звездочек. А без звездочки, если мы проходим капсулу, нам, наверное, не дадут? Или дадут? Не знаю. Так, все, он летит. Так, здесь уходить нафиг надо. Вот здесь очень много у меня погибло, да? Когда вот не знаешь, куда и как вообще босс действует. Так, отстрелял, да? Или нет? Нет, еще стреляет, стреляет, ребята. Погнали. Сейчас убегать надо. Так, вот тут, конечно, да. Все, он дальше. Да куда ж ты? А почему? Офигеть! Миссия проиграна, друзья мои, к сожалению. Короче, я понял одну вещь. Мы с тобой будем использовать здесь чисто кадетов. Угу, как вариант. Другие здесь, наверное, нам не помогут. Очень много ошибок было. Ты уже видел, да, какие? Поэтому будем пробовать. Вот здесь, естественно, вначале берем просто пистолетчика. Окей. Так, туда не выходим. Так. Опачки. Смотри, как хорошо у нас тут получается. Мы, ребята, чем дольше с вами здесь постоим, да, тем, как говорится, лучше для нас. Опачки, даже... Ох, если бы я подпрыгнул, мы бы, ребята, еще бы больше бы урона ему нанесли. Но уже крутенько, крутенько. Так, кадет. Да, кадет. Именно кадет мне здесь нужен. Мне кажется, именно с ним у нас все должно получиться. Так, стоим, не подставляемся, ребята. Ну что он там идет, босяра, летит. Вот, уходим. Да ё-моё, я единственное забыл, что он, ребята, по прыжкам вообще. Ну бас. Так, тогда берем опять с тобой пистолетчика. Ой-ой-ой-ой-ой, забыл. Побежал бы сейчас. Сейчас бы вляпался бы по полной катушке. Так, вот он, друзья мои, стреляет. Так, идем сюда. Ну вот нафига ты упал, а? Дуралей, нафига ты упал? Ты должен был перепрыгнуть и там стрелять. Это было, конечно, жестко. Ну что, пытаемся еще. Пытаемся, ребята, еще с вами немножечко здесь побомбить. Так, уходим. Да ё-моё, блин, вот дурацкая вот эта система. Кадета прыгать он не умеет. И он прыгает как навозник, вот серьезно тебе говорю. Просто мне не нравится, как он прыгает. Очень-очень плохо, ребят. Так, ну что там, где босяра? Вот он. Я там стреляю, вообще не понимаю. Кого я взял-то? Я пистолетчика, что ли, взял? Твою ж налево, я думал, кадета взял. Ага. Кадета я взял, как же. Держи карман шире. Слушай-ка, может быть, нам вот так вот потихоньку, не спеша, а? Ушатывать. Сейчас он меня ушатает. Нет, это как-то плохо. Плохо, ребята, все получается.
Погнали. Сколько у нас еще? Ну, есть еще попытки. Попытаемся пройти. Так, погнали. Короче, вот здесь вот нам нужно вот сюда вот встать. Естественно, друзья мои, поближе. И не забывать подпрыгивать. Попадаем вообще по нему? Попадаем. Охотится гаденыш за мной, да? Твою налево, да, охотился? Он после этого начинает потом, по-моему, сбрасывать ракеты. Ведь так? По-моему, так. Кадет, давай, погнали. Кадетушка, кадетушка. Побежали. Уходим, 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 уходим сейчас, потому что будут ракеты. Так, сейчас он прекратит, и мы с тобой побежим навстречу счастью. Так, уходим, сейчас он будет, ребята, приземляться. Вот он, ракеты. И сейчас будет бомбардировка, так ведь? Точно, вот она. Я успел. Я успел. Сзади, чувак. Слушай, ну кадета можно, ребята, играть. Я бы даже сказал, нужно. Именно кадетами нужно проходить этого босяру. А сейчас мы еще разок с тобой сделаем. Если так же идеально все у нас получится, будет топчик, поверь мне. Так, где он там? Вот он, да? Ах, ламон. Не подставляемся слишком сильно. Окей. Ну что ты там, пострелял, нет? Пострелял, погнали. Уходим. Да беги ты быстрее. Твою налево, как он до меня достал-то, а? Вроде не перебарщивал. Все, как говорится, было пучком, ребята. Так, в данный момент две попытки у нас с тобой есть. Хотя бы на две звезды. Я хочу просто получить эпическую капсулу себе, понимаешь? Эпическую. Она мне нужна. Все. Хорош. Куда ты там пошел, англоед? Ну, конечно, тоже бы надо бы как-то бомбануть занозу ту, которая вдалеке находится. Все. Отстрелялся. Почесали, ребята. Все, не будем туда далеко идти, ну его нафиг. Зная его приколы. Видишь, докуда бомбит. Все, что ли? Окей, окей, давай. Да ё-моё, опять этот автоматчик паршивый, а? Так, Defender. Ну, Defender нам не нужен, нам нужен кадет. Я не знаю, может быть, команда была бы прикольно, да? Просто прыгает и ножичками. У него уже, по-моему, офигенный урон, кстати. Так. Здесь просто палево-палевное такое, да? Окей, сматываемся. Его сразу там раздеребанили. Ну. Сейчас, сейчас. Все, ребят, отстрелялся. Так, не будем туда, потому что он далеко бомбит. Вот где-то аж до сюда. Лучше постоять вот здесь вот, знаете. Все, ребята, вот как-то вот здесь вот он. Так, готовимся бомбежки. Этот автоматчик какой-то из них, ребята, нас в свое время именно автоматчик нас убивает, не сам босс, понимаешь, автоматчик. Хоть команда собери, а?
Команда, забери и беги к этому автоматчику, да? С ножами наперевес его бомби. Так, ладно. Наше кадетство, как говорится, должно победить. Все, отходим. Че ты тут стоишь? Хлыщ, стреляет он еще мне. Угу, выжидаем момент, друзья мои, выжидаем момент. Все, погнали. Без подстав, лучше без подстав, отходим. Блин, вот здесь, конечно, очень много погибает. Раз, два, три, четыре, четыре, да, у нас тут. Так, тихо, 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 тихо. Вот он, ребята, этот автоматчик. Да что, его разорвало, блин. Короче, друзья мои, последние, по-моему, две попытки у нас с тобой, да? Три. Ты видел, сколько у босса остается здоровья? Мало. И мы с тобой обязаны просто его забомбить. Три попытки, это, ну, два кадета мы еще с тобой можем взять. И вот за счет вот этого преимущества нам нужно с тобой его бомбить. Так, уходим. Этого валим. Вон того, конечно, надо было бы шлепнуть. Они потом бегут на нас всей этой оравой. Ну все, ты отстрелялся или нет? Готов, отстрелялся, а? Строчим, друзья мои, строчим на месте. Уходим. Уходим. И вот сейчас будет самое интересное. Вот он выпускает ряд ракет. Этих бомбим. Давай, 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 босса, 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 ребята. Ну, да там здоровье-то осталось у него на расплюнуть. Офигеть задание, да, друзья мои? Ну, все. Это предпоследняя попытка. Если не проходим, то я удаляю игру. Шутка, ребят, шутка. Будем до потери пульса здесь бомбить. Пока не пройдем. Когда мы пройдем, ума не приложу. Ну, когда-нибудь, да, пройдем все-таки. Так, тихо, не подставляемся. И сразу сколько трупиков у нас здесь образовалось. Че это он вниз пошел? Куда ты пошел-то, а? Тихо-тихо, не выходим. Слушай, ну неплохо мы ему там жарили сейчас. Так, отходим. Вот они, ракеты. Так, этот у меня стоит тут. Все? Ты будешь прыгать-то или нет? Ну, есть, друзья мои. В плане. Это что сейчас было? Миссия выполнена. Ну вот. Вот она, друзья мои, эпическая капсула. Роднулечка моя, хотел от меня уйти, но не тут-то было. Дядюшка Рэй тебя поймает. Ох, ё-моё. Кадет. Отлично. Так, автоматчик, шикарно. 195 ДНК, великолепно, друзья мои. Медик, крутенько. Так, 16 монет. А тут у нас Рокки открыт, ребята, в первый раз вижу такого чувачка. Артиллерия и робот починки. Слушай, вот это круто, ребята, вот это я понимаю, мы с вами прошли. Так, а что здесь нужно? Не понял. Так, секунду. Что он требует? Так, открыть миссию с одной звездой. Что-то я не врублюсь. А в чем проблема, друзья? Что ему надо? Кто-нибудь может мне объяснить? Так, давай мы с тобой что-нибудь улучшим. Вот кадета, например. Я думаю, он заслужил, да, ребята, за свои старания получить третий уровень. Так, здесь 150 нам не хватает. А снайпер 300 вообще, он раритетный. А джетпак, опа. Подожди-ка, джетпак. А, я его не могу прапать, что это я? Вот руки. Кто он такой? Он эпический, да? А что он делает, я не знаю. И сколько он стоит?
Но он идет против... после Брутала почему-то, ребят. Объясни-ка мне, почему я не могу дальше начать миссию? Получи одну звезду. Слушай, а я смогу вот этот вот уровень пройти, например, на 3 звезды? Чисто интересно просто-напросто. Сейчас мне покажут, кто здесь будет, какие противники. Ну, что значит пси? Автоматчики и всякая шелупенька бежит. Но нам дадут вначале, естественно, пистолетчика 3 уровня. Будем с тобой вот так вот стрелять здесь. Опа. Ага, мы его подбили. Ой! Твою ж налево, это кадет, ребята, постарался. Ну что же, мы с тобой тоже тогда возьмем. Нет, пока мы никого не возьмем. Мы возьмем с тобой на второй ход. На третий. На третий ход мы возьмем с тобой кадета и также побомбим. Вот и все. А сейчас будем уничтожать вот этого аглоеда. Но как он опять... А, хотел сказать, он не двоих. Тот-то у меня уже раньше рассыпался. Ну что, теперь мы возьмем кадета и будем, ребята, за счет него тут устраивать им шорох. Так, мы сейчас перепрыгнем с тобой вот сюда наверх. И этого кадета встретим вот здесь вот. В плане, подожди-ка. А этот чухан... Этот чухан с ножичками очень даже крутой, да, я так понял. Ну-ка давай, он у меня 3 уровня. На 3 звезды, пройди тут на 3 звезды. Так, а он прыгает. Что да он вообще имба. Так, сейчас я тебя... Да ё-моё, ну иди сюда. Иди сюда. Есть, ребята, я его уничтожил. А как вот с дробовичком, например, быть? Фигею, да, меня тут расколбасили. Так, и что же можем... О, Рокки, друзья мои. Вот я сейчас как раз и посмотрю, кто такой Рокки. Фига ты. Вот так ты делаешь, да, значит? Он шмаляет, ребята, в разные стороны. Вот что я понял. И причем довольно неплохо бомбит, если честно. Но кадеты все равно меня, ребята, достают, как бы. Да, руки, руки, руки. Что же мне делать, кадета? Ребята, на 3 звезды опять у меня не получится пройти. Я просто не могу понять, почему я дальше не могу проходить уровни. Вот что меня интересует. В чем, блин, там проблема? А, готов. Халабуда. Куда ты? Да, это было тупо, глупо и нелепо. Так и дуплица. Дробовик. В принципе, кажется, что там дойти. Но видишь, он постоянно высылает на тебя всякую армаду хлыщей. Этот еще тем более у нас первого уровня. Дробовик, да, но первого уровня. Это, наверное, без вариантов, да? Хотя, кто его знает. Посмотрим. Нафиг ли тут смотреть, ребят? Да как ты так? Блин, вот эти вот гадюныши, а? Все-таки, ребята, они виноваты во всем. Ай, инфантри, кадет. Еще так неудобно этой мышкой играть. Серьезно тебе говорю. Это вот... Постоянно выставлять, и кадет так прыгает. Очень долго. Очень долго у него идет прыжок. Так, отойдем. Окей. Давай, 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 отходи, 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 отходи. Бомбанули, молодцы, красавцы. Ну что, 2 последних гаденыша, да, здесь? Ну, якобы последних. Автоматчика взять, может быть. Давай я возьму автоматчика здесь. Он 5 уровня, надеюсь, поживучий будет. Хотя у нас вот здесь вот уже есть. Ну... Вперед, ребятулечки, вперед.
А у меня эта миссия, по-моему, и так, да, пройдена была. На сколько звезд-то? Так, иди сюда. Да выпендрился. Так, ну-ка, где-то мы с тобой рвем-то, конечно, на изи. Так же и этого гаденыша, да? Ну как так, ребята, ну как так, а? Ну совсем, совсем чуть-чуть там оставалось, блин, горелый. То есть на одну звезду, да я на одну звезду и так проходил. Чего ж тут скрывать? Да ведь? Медик. Давай возьмем медик с тобой. На одну звезду, ребята, ну это нереально для меня сейчас. Потому что то ли я не пойму, как надо делать, то ли ошибки какие-то допускаю в нашей бравом деле, так скажем. Давай. Че, я всего одну аптечку могу? Что такое? Твой клон погиб. Ну да, конечно, погиб, ребят. Автоматчик, поехали. Вот будет умора, если я даже на одну звезду не пройду. А такое может быть, кстати. Аптечку куда-то я сбросил вообще не туда, ребят, на самом деле. Так, этих разобрали. Я что, один тут иду, что ли? В поле воин, да? Воевать. А ну-ка, есть. Ну, одна звезда. Это никуда не годится. Миссия комплит. Все-таки, что нужно сделать для того, чтобы открыть вот этот уровень? Я не врублюсь. Вот хоть ты что делай. Блин, не переведено ни шиша. Ну что, давай тогда пойдем, наверное, с тобой сыграем в мультиплеер. Хотя бы ящики набьем. Какие ящики? Капсулы, конечно же, ребята. Так. Бой. Надеюсь, коннектиться будет быстро. Кстати, 590 у меня очков. Опачки. Exit 8 Aldwin connected. У него, кстати, 570 очков. Так, ага, у него защита, ребята. Я должен ее пробить. А, пупеть. Плюс кинжальчики там, ты понял? Вот так вот. Тебе не хухры-мухры. Кого возьмем с тобой для начала? Базуку или... Давай, наверное, снайпера. Блин, снайпера я не могу взять. Сапера есть только. Или автоматчик. Автоматчик, в принципе, должен нам здесь помочь на первых порах. Где там твоя защита? Опа. Тихо, он тоже, ребята, взял автоматчика. Ух, щет. Фигня бомбит. Ну, то есть стоять на месте нежелательно. Короче, вот он взял, ребята, этого чудика. И будет теперь там держать его, да? Джетпак, снайпер. Я возьму снайпера, ребят. Нам нужно как можно быстрее уничтожить его защиту. Вот этот вот защитный экран. Воу-воу-воу. Это нежданчик для меня, ребята. Он меня просто сейчас не выпустит. Офигеть. 4-го уровня, блин, так. Ну что же, что нам взять против этого гаденыша? Давай подумаем. Можем взять руки, да? Или огнеметчика. Огнеметчик вообще, думаю, будет. Или вообще надо было брать этого бучера. Ну как варик, ладно. Где там этот кинжальчик? Тихо, отходим. Окей. Нормуль. Так. Да что ты делаешь-то? Все-таки уничтожает меня, а? Так, ладно. Уничтожает, да? Есть базука, гренадир, снайпер, гигант, рейнджер. Может быть, взять гиганта? Это рейнджера, наверное, да? Лучше поехали. Да что такое-то?
Клон присоединяется, что-то не могу понять, в чем проблема. Так, снайпер, огнеметчик. Сейчас мы тут им вжарим по полной программе. Так, здесь главное. Ну. Окей, погнали. Это дрон еще там, видишь, ребята, который лечит. Ух, фак, а. Блин, поставил еще. Так, сюда, знаешь, кого надо брать? Гренадира. Три гранаты туда шмальнем, и все будет отлично. Или же мы с тобой можем взять кого-нибудь посерьезнее. Гигант. Нет, лучше все-таки гренадира. Ребята, у меня три попытки на все про все, чтобы пробить. Это я только эту не могу пробить. А дальше что будет? Ума не приложу, как нам дальше с тобой быть. В плане? Ага. Так, предположим. Да, блин, я все время напарываюсь на нее. Ну, достал он меня, просто достал. Еще вот этот вот бот. Почему у меня такой нету штуки, а? Гренадир, снайпер. Че, снайпер, что ли, брать? Вот кого надо брать, ребята, вот. Брут. Сколько у меня? Две попытки всего лишь осталось. Так, он сейчас тут будет снайперов, да, вызывать всех подряд. Да, и против вот этих вот ракет, конечно, нам тут уклоняться вообще будет жестко. Так, стоим, короче. Будем с тобой выжидать момент. Че, выждали? Погнали. Что ты делаешь? Да ё-моё, достала меня вот эта вот артиллерия его, серьезно тебе говорю. Автоматчик еще, а? Ну что брать? Еще одного брута? Или вот этого взять? Давай попробуем, щитоносец этот. Как он выглядит? Ох, ё-моё. Как он, интересно... Ну, проверим. Проверим, друзья мои. Ага. Да ё-моё, это фигня, хотел прыгнуть. Он же как заторможенный пока. И в штаны надел. Так, вот это его артиллерия там стоит вдалеке. Поэтому можно взять, конечно, джип еще. На джипе прокатиться, верно? Как вариант. Давай попробуем. Последняя попытка, ребята, моя. Именно по атаке. Потом будет у него защита. Так, не вылазим. Давай, 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 давай. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Окей. Давай здесь. Нормуль. Ну, погнали, 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 погнали. Чего? И джип мой развалился. Все, ребята, короче... У меня не получилось его атаковать. Теперь мы будем с тобой защищаться. Меняемся местами, короче. Ну, ты знаешь мою тактику, да? У меня здесь будет стоять брут. И мы с тобой просто-напросто берем наших автоматчиков. И вперед. Другого варианта здесь нету. Так, сейчас, секунду. Вот он, ребята, наш автоматчик. Погнали. То есть, а если мы с тобой проходим на ничью, мы капсулу не получаем, по-моему. Или мы не получаем очки, а капсулу получаем, да? По-моему, так. Если честно, я не особо помню. Ну что, первого мы с тобой уничтожили, да?
Двигаемся дальше. Так, 250 очков. Возьмем, наверное, опять же с тобой автоматчика. Он может брать гранатометчика, кстати, против моего того, да, снайпера. Помнишь, как нас снайпером очень быстро уничтожили? Кого он там берет? Потому что мы сюда приходим, уже, ребята, одни трупики. Кто там бомбит так? Снайпер. Вот оно что. Все, я теперь понял, ребята. Так, он сейчас будет выжидать, пока у меня будут перегреты стволы, да? Окей. Ха. Не вышло ни шиша. Так, ну что же. Кого там взять-то лучше, а? Автоматчика? Погнали. В общем, он хочет завалить. Он сейчас будет снайперами, скорее всего, ребята, там руководить. Целым отрядом снайперов, мне кажется. И что происходит? Пускай он там потратится на снайперов. А мы с тобой... Опа. Так. Окей. Ага. Так. Пока, ребятушки, у него ничего не получается. Базука. Оу, ганнер. Давай-ка с ганнером сходим с тобой прогуляемся, да? Он медлительный, правда, но... Оу, первого уровня. Ух, так... И он не может прыгать. Да, как ни странно, он прыгать не может. Так, сколько? Еще 4 попытки, да, ребята? Еще 4 попытки. Так, ну, снайпером здесь, конечно, лучше. Опа. Так, пускай двинется, пускай идут сюда. Угу, подбил все-таки, да? Ну, давай посмотрим, как он здесь устоит. Ага. Потихонечку, типа, пробивает, да, мне мою защиту. Там еще огнемет стоит. Так, секунду, ребята. Берем с тобой автоматчика и вперед. Не зарабатываем достаточно. У него, кстати, 3 попытки, ребята. Если у него есть летающий чувак, то это, конечно, да, это будет жестко. Давай-ка мы с тобой вот так вот на всякий случай попрыгаем. О, джипарь. Ты понял? Захотел чего? Я понял теперь. Значит, здесь нам надо взять с тобой... Где у нас этот... С гранатами? А, ё-моё. С гранатами-то у нас с тобой... Недоступен пока. Так, погнали. Так, надо здесь, короче, уже на ранней стадии, ребят, начинать стрелять. Получается, да? Предположим. Тихо. Ну. Окей. Есть контакт. Ребята, 2 попытки у него остается на все про все. А у нас 2 попытки на то, чтобы защитить. А вот и сапер. Так, друзья мои, сейчас будем здесь выставлять с вами мины. Против джипа, против всего. Так. Хотя он тут и не доедет, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, 2 джипа, ребята, 2 джипа. Ну, взорвись давай.
Да нет, такого быть не может. О, друзья мои, вот это я сфылился. Прикинь, взял сапера, да, думал, сейчас мины повыставляю, а он взял и два джипа, просто в наглую проехал. Ну, что я тебе могу сказать? Минус 10 очков. Так, ну хотя бы ДНК дали, ладно. Друзья мои, я на это не согласен, мне нужна капсула, поэтому я продолжаю битву титанов. Так, друзья мои, Эстабан мало против меня. Окей. Да чтоб тебя, у него тут почти... Оу. Так, вот это что такое, ребят, я не знаю, третьего уровня. Интересно, интересно, давай. Ну, естественно, у нас вначале, друзья мои, только... Хотя, подожди. Базука. Сапер. Защитник. Давай возьмем базуку с тобой. Попробуем нанести как можно больше урона. Вот этой вот штуки. Давай еще, еще выстрел. Ну хотя бы одного убили, ладно. Так, а там кто стоит, строчит? Угу. Это толк, да? Ждет, пока отлечится, ладно. Сколько мы с тобой заработали? 500. 500 монет. Есть ганнер, есть медик, гренадир. Снайпер, конечно же снайпер. Друзья мои, сейчас мы с тобой ушатаем. Так. Бумс. Опачки, минус один. Минус второй. Иди сюда, красавчик, минус третий. В плане. Да ладно. Ты серьезно? Блин, подбил. Автоматчика, значит, наберет. То есть он им управляет, видишь, да, стрелочка над ним. Хорошо, снайпер один здесь не справился. Тогда будем помогать. А помогать кем? Да какой синхронизации? Блин, снайпера брать, может гренадира взять? Или медика? Я возьму гренадира. А знаешь почему? Потому что вдруг какая-то здесь техника поедет. Вскоре. Мы ведь этого не знаем. Вот так вот будем с тобой просто бомбить наугад. И авось кого-нибудь подобьем. Причем это довольно неплохо у нас получается. Да, смотри-ка. Я бы даже сказал, великолепно получается. Хопачки. А мы с тобой очки зарабатываем на этом, понимаешь? Оу. С дробовичком, да, вышел чудик. Ну-ка. В плане, ты такой крепкий. Да ладно. Есть контакт. А как он, интересно, ребята, он же, не он же за него играл. Не было стрелочки же над ним. Так, ладно, гренадир, короче, ребят, свое отыграл. Есть джетпак. Планируем, полетели сейчас, короче, с тобой на его базу, заодно отвлечем. Первого уровня, но все равно, ребята, сгодится. Хорош тут бомбашит. Блин, подбили, совсем чуть-чуть не хватило мне долететь. Но зато теперь я знаю, что он будет отвлечен. Рейнджер, рейнджер, рейнджер. Так, давай, наверное, мы с тобой возьмем еще один джетпак. Или рейнджер лучше. Нет, джетпак. Полетели. Сколько у нас? Три, ребята, хода, да? Три попытки, чтобы завалить вражескую базу. Так, давай с этим разберемся сейчас. Так. Что, полетели? Да ё-моё, блин, этот джетпанк — летающее говно, блин. Вот он за кого играет, ребята. Видишь, он прыгает здесь специально. Пускай он так и прыгает. Берем, короче, снайпера. Берем с тобой снайпера. Видишь, он здесь еще постреляет, постоит. Все это специально, естественно, ребята. А мы с тобой берем кого? Ну, естественно,
нашего Буча. Или как его там величать? Брут. Брута, ребят, конечно, брут. И вперед, все, сейчас. То, что он там стреляет, это все мелочи жизни по сравнению с Бруталом. Посмотрим, ребят. Так, отойдем. Перегрев у нас с тобой. Погнали. Сейчас целая орда на меня тут щеманет. Вот это вот плохо. Так, за кого он там играет, я не могу понять. Угу. Так. Сейчас он тут будет стоять, бомбить, верно? Верно. У нас пока перегрев. Не спешим, ребята, погнали. Все, стрелялся свой парнишка. Твою налево. Да ну, блин. Вот он где, ребята. Вот он за кого играет здесь. Ты понял? За этого чертового починщика. А что вот это он делает? Не знаю, ребята. Наверное, нам надо будет с тобой здесь взять киборга. Ну, враг. Враг сильнее, враг умнее, ребята. Да? Так, а что это у нас тут такое? А, это же наш заряд. Энергия. Так. Пускай тут разберутся. Готов, парень. Еще один готов. Есть контакт. Эй, киборг, киборг, как же ты так, а? Как же ты так быстро надуплился? Ребят, я думаю, наверное, вот он, этот инженер. Сколько у нас очков? Ага. Взять джип, что ли? Давай джип возьмем. Последняя попытка, ребята, у меня. Последняя попытка. Насколько мы знаем, джип у нас не может прыгать. И это плохо. Но джип зато живучий. Двигаемся. Потихоньку, не спеша. Так, вот он, ребята, там они отвлеклись. Завалили. А вот эта фигня по мне строчит, да? Как бы нам с тобой тут сбыть, а? Так, Брут, ты у нас с фулл хп, так скажем. Ну, блин, как вот как мне вот эту штуку подбить? Вот объясни мне, а? Она же будет стрелять именно по мне. Давай, Брут, погнали. Как ты там? Нифига у меня не получилось, ребятушки. Или что, последний поп? Нет. Ну что, теперь будем защищать мы свою базу. Блин, вот как поменять мне защиту? Я хочу поменять. Меня не устраивает уже вот нынешний расклад, что у нас здесь есть. Понимаешь? Не устраивает. Кого тут взять-то нам лучше? Давай возьмем автоматчика. Погнали. Так, теперь у него, короче, ребята, 8 попыток для того, чтобы нас разбомбить. Ну что такое? Что это же за ожидание еще? Я уже думал, сдался, хотел бы обрадоваться. Конечно, сдастся он. Но Брут стоит, ребята. Стоит на стреме, что-то выжидает. О, красавчик. Это хорошо, что ты этого взял. Ну что ты прыгаешь? Давай, иди сюда. Отлично. Так, может быть, он меня отвлек? Чтобы я туда отвернулся, а? Кто его знает? Ну, давай.
возьмем еще раз автоматчика. Так, у него, короче, чувак с пилой, да, там стоит. Отвлекает, прыгает и тому подобное. Кого он здесь сейчас возьмет? Снайпера, да, взял? Угу, ладно, друзья мои. Две попытки продержались. Может быть, нам взять с тобой... Давай сапера. Я хочу положить там побольше этих мин. Я мины даже, наверное, начну ложить где-то вот здесь вот. Вот так вот. Ну, просто на всякий случай, ребят. Фиг его знает, там кто-то у него, что-то у него. Ты видишь, да? Он начинает стрелять. Ну нафига, блин, я же мину одну не использовал. Че, неужели одним снайперами хочет меня здесь завалить? Похоже, да. Одними снайперами, да? Слушай, а я могу взять снайпера за себе? Нет, нифигашечки, ребята, мне недоступен. Как назло, не хватает у меня очков. Давай, ребята, блин. Напряженный момент, потому что я не хочу опять сфейлиться. Мы начали с тобой так великолепно, и сейчас все ниже и ниже скатываемся. И мне это не устраивает, если честно. Мне это не устраивает нисколечко. В плане, подожди, а что это произошло? А что случилось-то? Как это так вышло? Так, вот он, вот за этого, да, чудика играет. Предположим. Так, сбил турель. Ага, ну и чё? Чё ты двигаешься, двигаешься? Давай, получил свое. Мина-то здесь лежит. Она его, ребята, и как раз испугала. Так, ну давай. Слушай, может быть, нам лучше взять с тобой кадета? Давай я возьму кадета. А знаешь зачем? Я сейчас его поставлю где-нибудь вот тут. Вот здесь вот. И пускай он строчит. Без остановки, да? Вот так вот. Окей. Ага, вон он за кого играет, да? Ну давай. Так, и что он тут хочет сделать? Да ладно, есть контакт, ребята. Блин, опасно. Опасно, я тебе серьезно говорю. Снайпер, мазука, медь, гренадир. Гренадир. Давай-ка, наверное, возьмем с тобой саперов. Саперов возьмем и, наверное, вот здесь вот где-нибудь поставим с тобой мин побольше. А тут бросим. А вот здесь. Вот тут. Подожди, какого хрена он упал вниз? Я, ребят, не собирался нажимать вниз, а он упал. За кого он сейчас играет? Ага. Понял. Так, ага. Блин, да? Ему приходится прыгать, потому что здесь мины. Так, еще одна, да? Опа, взорвался. А тут мины, да? И все, ему деваться некуда. Круто. Хорошо, так, я еще сейчас, наверное, возьму, ребята, сапера одного. Еще наставлю здесь минами все. Даже вот здесь вот влеплю. Он, наверное, кого-то хочет сделать типа камикадзе, да? Отправить. Чисто в бой. Так. Где-нибудь вот здесь еще поставлю мину.
И будем с тобой вот здесь вот стрелять. Так, мы не будем с тобой никуда выходить, будем его здесь поджидать. Да? Опа, 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 кого он взял? Ребята, вот ты видишь, кого он взял? Нифига он. Вот так вот в наглую. Хорош. Да ну, блин. Офигеть, вот это я сфейлился, ребята. И я не знал, что чувак, когда идет с щитом, а я же его убирал раньше все время. Он шел, шел и не дошел. Вот тебе и фейл, ребята, вот тебе и супер-пупер, блин, игрочишка, да? Ну, я так буду капсулу себе открывать. Слушай, он меня разозлил, я открываю капсулу. Так, ага, охранник. Приват и ДНК 54. Кстати, 300, ребята, 300 ДНК, может быть, что-нибудь нам улучшить? Что мы можем улучшить? Снайпера? Улучшаем, ребята. Все. Я собрался с силами и иду на очередной бой. Как мне изменить... Ага, вот оно как делается, ребята. А на что я могу здесь поменять? Только лишь турелька и все, что ли? А здесь... Ну да, только турелька, ребята. А вот тут вот можно поменять? Опа, смотри-ка, у нас с тобой есть вот такая штука. Что это? Это хил. А это... Нет, лучше сюда поставить огнеметку. Так, а здесь уже больше ничего не поменять, да? Вот тут могу кого-нибудь посерьезнее взять. А что у меня посерьезнее? У меня только брутал. Хм. И все, ребята, я больше ничего не могу сделать, к сожалению. А здесь, конечно, поставить. Ага, не хватает очков, говорят. Парень, тебя нет очков достаточного количества. Скин. Это что? Так, а что это такое? Дом, коридор, а, скины, понял. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!